Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Insanus. Это вторая глава. Мы играем за вот такого вот Хитмана. Да, в первой части играли за Грэнни, сейчас у нас Хитман. А, прикольная игрушка. Я уже забыл, что тут делать. Нам надо попасть вот в эту дверь. Тут, значит, зубы, да? Сначала вот этот вырываем. Потом нам нужен кругляшок, потом треугольник. То есть последующий зуб, вы видите корень и ориентируясь по корню, какой следующий зуб вырывать. Нужно по порядку это все делать. Так, 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 так. Довольно-таки интересные ребусы. Так, ну все сделали правильно, вырвали все зубы. И эта сущность уходит. У нас мы можем пройти дальше. А, за шторками нужно смотреть. А, вот, значит, надо вот эти запоминать. А, вниз-влево, да, голубая вниз-влево. Голубая вниз-влево. Можно записать даже. Это потом нам пригодится, видите, запомнили, да, расположение стрелки. Чёбаные рекламы бесит. Раньше не было реклам, ну раньше так здорово было, блин. О, теперь вот этот доктор нас не пускает, нам надо как-то от него избавиться. К нему пока что не подходим. Сейчас тут погуляем. А, это мертвый я? Что такое? А, код, а раньше такого не было, ребятки. А, тут написан код 1145. 1145. Раньше не было такого, и вот какая-то хрень. Гад. Такого не было раньше, прикольно. Так, ребят, каждый раз немножко меняется. Теперь у нас голубая, значит, в другую сторону уже смотрит. Это надо учитывать. То есть, тут рандом такой есть, и это очень здорово. Так что, я прошел игру? Бесит! У других будет немножко по-другому. Так, ладно, что у нас здесь? Давайте посмотрим. За батареей, значит, у нас... Вантус? О боже мой, какой-то червь сосет кровь из трупа. Так, код, с кодом я помню. Значит, зеленая, да? Зеленая будет вниз-влево. Это надо все запомнить. О, подожди. Вот этого не было. Это что-то новое, ребятки. Часы нам добавили. Стрелки, точнее, от часов. Боже мой, ненавижу рекламу, ненавижу. Пускай будут, чтобы вы знали, что много рекламы тут бывает. Ну, это ничего страшного, просто для геймплея это немножко, конечно, не очень здорово. А, значит, синее просто влево, да? Прошу прощения, синее вправо. Синее вправо. Один... Я, честно говоря, сам не получилось сделать, охренеть. Мы достали мозги. Зачем нам 1.45? Вот я не понял. Я думал, нам вантус нужен, чтобы вот это вычистить эту хрень в туалете, которая... Ладно, возможно, потом... Блин! Так, мы тут, возможно, потом продолжим. Мозги надо перекрутить. Отлично. Вот эту фигню нам нужно дать вот, это, вот этому... Вот этой живности. Ну-ка. Я теперь должен уйти. Боже мой! Зайти назад, и видите, тут уже дохлая мышь. И тут нам показывают код. Довольно-таки интересно сделали. И изначально сложно понять, что это такие какие-то иероглифы. Просто это зеркальное отражение. Уберите одну часть, и получается, значит, 5, 3, 1. Ну, поняли, да? На две половинки разделите. И увидите число 5, 3, 1. У вас будет совсем другое, возможно. Скорее всего, даже. Так. И набираем 5, 3, 1. Все. Достаем яд. Яд, по-моему, надо вот эту отравить херню. Отлично. Теперь взяли сердце. Зачем нам нужно сердце? Попробуем ему отдать. Я не знаю, правда, зачем нам нужно сердце. Да, он исчезает. Ему нужно было сердце. О, боже мой. Тут какие-то шипы. Тварь. Чё такое? Раньше не было такого. Ну реально раньше не было. Нафигеть. Все теперь по-другому. Зачем вообще записываю? Так, ну в смысле стрелки зачем записываю? Я забыл! А, слушай. А, я пока не угадаю, она будет. А, все, пока я не угадаю, она. Я просто дольше тут провожусь. Так, ну нормально. Я думал, заново начнем.
Ну, мы теперь все знаем, да, как это все делается. Поэтому сейчас мы все сделаем быстренько. Сюда сначала, по-моему, или без разницы. Нам нужна вот эта херня. Отлично. Так, а там, слушай, я не знаю, как дальше пройти после этой ловушки. Тут-то, в принципе, понятно, все легко, да? Какой-то код будет, 11.45. Зачем нам нужен? А, смотрите, еще какая-то штучка. Надо как-то от этой фигни избавиться. Зеленая. Так. Блин, бесит. Так, успокоились. Не обращай внимания на рекламку. Я иногда это вырезаю, но, блин. Сейчас просто нету времени, и мне нужно очень-очень быстро все сделать. А, значит, зеленая, в принципе, также, да, стрелка нам показывает. Окей. Вот эти часы, по-любому, нужны их. Надо... По-моему, в начале, в холле, да, были часы? Пускай все видят, как часто тут рекламы показывают нам. А нет, в холле нет часов. Так, ладно. Покормим тебя. Кушай. Сами мы уходим. Рекламку мы пропускаем рекламу. Так. А, синяя, значит. Синяя тоже изменилась немножко. Может, все-таки с тобой надо что-то сделать? А, видите, 4, 4, 6, 1. Окей, 4, 6, 1. Вы все поняли. 4, 6, 1. Так, 4, 6, 1. Отлично. Эту тварь надо убить нам. Собираем сердце. Ну тут там будем поаккуратнее. Сердце ему отдаем. Тут как надо пройти. Может, часы использовать? Блин, я не знаю, как тут. Так, все, ребят, я понял. А, выходите сюда, смотрите. А тут нам показывают день, в зависимости от картины, день или ночь. Видите, левая и правая сторона, дорога. А, если день, идете по дневной стороне, если ночь, по ночной. Все легко и просто. Сейчас день, ну-ка, давайте еще разок, точно? А сейчас ночь, вот сейчас ночь, смотрите. Выходим, сейчас день. Вот сейчас день, вы зашли, вот день, да? Идем вот по этой стороне, все будет нормально. Так, и красные, последние. Значит, нам надо вот эту штучку вставить сюда. Красным вот сюда сразу поворачиваем. Это что такое? Это, я так понимаю, вода. Вода у нас какая? Голубая. Или вода синяя. Вода синяя. Так, ладно, зеленая, значит, зелень. Вот она, земля. Идет сюда, влево, да, зеленая. А синяя у нас вот сюда смотрится. Либо синяя вот сюда, а вода... Вода-то. Так, вниз. Боже мой. Так, синяя вправо. Я же все правильно сделал. А, зеленая сюда смотрит. Все правильно, да? Голубая вниз. Допустим, вода голубая вниз. А это у нас синяя. Это не так. Ну, огонь точно красный, да? А, зеленое, может быть. А что зеленое-то должно быть? Что-то я капец запутался. Так, по дневной идем, значит, стороне. Ну-ка, может быть, часы надо поставить? Не, часы пока не надо. Так, посмотрим еще разок. Может, что-то неправильно запомнил? Зеленая вниз, вниз и влево, да? Зеленая вниз и влево. Хорошо, зеленая вниз и, вне, и влево. Посмотрим, что оно здесь.
Так, тут у нас вниз и вправо. Это синее, да? Синее вниз и вправо. Ну, все правильно. Все правильно. А голубая просто вниз должна быть, смотрите. Голубая просто вниз. Я все правильно сделал. Я делаю что-то тут неправильно. Подожди. Вот сейчас ночь. Вот сейчас ночь. Значит, идем вот по этой стороне. Отлично. Вот это красный, это 100%. Вот тут я не знаю, вот это что такое. Это символы какие-то. Может быть, вот это земля. А, земля зеленая, значит, сюда, да? Это что такое? Может быть, я не знаю, ветер. Так, допустим, вниз, голубая и вправо. Или наоборот. Все-таки это, наверное... Вот это земля, наверное, да? Значит, ну, должен сюда 100% смотреть. Тут я не знаю, как делается. Либо вот это вниз. О, да, все, 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 все правильно. Нифига себе. Помучился я здесь. Так, и в конце, о боже мой. О боже мой, так, надо часы поставить. А что теперь? Ну, идет время. Так, надо включить часы. Надо как-то ее реанимировать, а как именно, я не знаю. Так, в общем, тут надо что-то сделать с часами. Как-то понять время. А может быть, у меня сейчас 16:30. Может быть, это как-то связано, нет? Я могу 16:30 сделать? А, допустим, 16:30. Так, давайте 12. 3 часа. 6 часов. А что я должен сделать? Ну, может, 10 часов. Короче, надо вот так вращать, да? Допустим, 10 часов. Чё? Так, 10 часов. И полностью проворачиваем, да? Допустим, жмем 11 и полностью проворачиваем. Оу! Видите? Методом просто проб и ошибок мы с вами справляемся. Чё это? 11:15, да, получается? Просто нужно потыркать, и у вас все получится. И чё, теперь... Нужно ей перелить кровь, да? Сландерин. Да, он сел, он перелил кровь, и это хорошая концовка. Все, мы спасли девочку. Если вам игра понравилась, ставьте лайк, пишите комментарии, мы с вами обязательно продолжим. Всем до скорого, пока-пока.